Разногласия должны решаться не пикетами, а за столом переговоров. Так заместитель губернатора Севастополя Вячеслав Гладков прокомментировал конфликт между государственным предприятием «Садовод» и акционерным обществом «Артвин». Как рассказали в городском правительстве, во вторник, 13 сентября, сотрудники частной компании планировали организовать пикет в центре Севастополя против решения правительства вернуть 1400 гектаров земли в селе Верхнесадовое государственному унитарному предприятию «Садовод». По мнению заместителя губернатора Севастополя, такие акции лишь настраивают людей друг против друга, а не способствуют разрешению ситуации. Если люди выходят, работники предприятия выходят на митинг, то для меня это крайняя ситуация. И я считаю, что таких ситуаций просто не должно быть. Все конфликтные ситуации между двумя-тремя хозяйствующими субъектами, они должны разрешаться в другом формате. Этот конфликт чиновник решил изучить лично. На днях он побывал в Верхнесадовом, где и обсудил проблему с местными жителями. Необходимо организовать вот эту коммуникационную площадку, где два на сегодняшний день хозяйствующих субъекта, у которых есть споры, они должны сесть за этот стол переговоров и проблемы решить. Потому что послушаешь одних, правда, в одной стороны. Слушаешь другого, безусловная правда, во второй стороны. Но мы с вами понимаем, что правда всегда посередине.